Вот такая вот кропотливая работа. Попасть надо вот в этот квадратик, потом нанизать вот эту бусинку, перенести ее. Я это все делаю быстро, просто на камеру. Получается как бы, ну, неудобство, то, что мне приходится переключать зрение. С одного ракурса на другой. Вот так. Ну что, вот. Процентов 70 уже сделано. Когда я получил эту картину, я вообще думал, я ее повешу. И все. Где ее повешу? Ну, я вот хочу задать этот вопрос. Это мой инструмент. Вот видите, я в этих очках специальных. Они с подсветкой. У них здесь вот фонарик. Я их одеваю. Когда я и не думал даже всей этой сложности, что надо будет столько вот, вот такая схема, каждый символ в пакетике рассыпать вот сюда под номером. Вот здесь еще вот не рассыпанные мелкие. Это я вот заполнил основные цвета. Еще вот осталось. И лицо надо выделить. И очень много-много мелких таких вот разных-разных фоновых точечек. Ну, знаете, это первое мое такое вот изделие. Я смотрю, когда люди пазлы собирают, а потом разбирают. Думаю, ну, это дурная работа. Ну, это я хоть повешу. Да, еще раз говорю, где я повешу ее? Ну, я думаю, кто-нибудь догадается, напишите, как вы думаете, где я повешу эту картину. Вот фонтанчик меня увидел, включился, а я сейчас пока не выхожу на улицу, прибежал на перерыв. И вот маленький обзор сделаю, что у меня новенького в зимнем саду. Вот два бонзайчика. Здесь у меня лягушачья тема, аквадискотека. Вот видите, это вот я поливаю, и это я копаю, за садом ухаживаю. А это вот лягушки слушают музыку. Вот они, влюбленные. Этот вот ухажер за этой дамой ухаживает, этот за этой. Эта дамочка собачка, ей никто не нужен. А это просто любопытный лягун подъехал. Молодой еще, ветер в голове. Вот он такой музыка. Лягушка упала. У меня вот здесь вот так вот ползает. Это тоже играет. Ну, еще там идут разные. Выключим пока музыку. Разные лягушатки. Что еще у меня здесь? Вот. Такие вот растения. Алоэ у меня зацвел. Читаю приметы. Если... Ну ладно, не буду говорить. Вот он зацвел и все. У меня даже олеандр зацветает, гляньте. Я сначала сюда воткнул искусственные цветочки поддержать, а он взял и выпустил, вот они, живые, настоящие. Вот они, бутоны, видите? Это я подписываю, когда полив был, чтобы не прозевать. Вот у меня тут такие лианы. Вот она уже пошла, лианочка. Видите, я ее
пока пущу сюда, на стеночку, а потом она у меня будет вот здесь вот плестись. Из меня немного в саду. Вот подставки такие. Вот видите, здесь у меня всякие-всякие цветочки. Сегодня утром в 6 утра пересаживал вот этот вот папоротник. И вот у меня еще на очереди стоят три цветочка. Видите, какие вот? Такой. И вот он красный и желтый. Эти я уже пересадил. Это замелькаус или в общем название. Замелька. Замельк. Ой, быстро хотел сказать. Ладно. Язык сломаешь название. Замелькаускас, по-моему. Пусть меня Людмила Морозова поправит. Вот у меня здесь всякие-всякие цветочки. Это вот спирея у меня вот. Это камелии, видите, начали вот листочки давать. У меня никогда камелии не жили, не цвели. Ну вот, в надежде, что здесь зацветут по-новому. Это мое рабочее место. Вот поддон такой, кашпо, земля замешанная, ну, вернее, смесь. Земля вот справа, а это смесь готовая. И вот у меня надо два листика убрать. Пожелтели, но они мне нравятся, желтенькие такие, на фоне зеленого. Пока не буду убирать. Попугай на них сидит. Вот такой обзор зимнего сада. Здесь стало уютно, стало приятно сидеть на кресле, любоваться вот этой аквадискотекой, слушать музыку. Я иногда прихожу, сижу здесь. Ну, тут у меня... Сейчас я включу. Я вот на ночь выключаю. Бывает. Включу свет. А это у меня лекарство. Ну что, я в секрете ничего не держу. Ну что-то... С кишечником. Ну как с кишечником? ЖКХ. ЖКХ. Вот мне тут написали. Этот. То горло вот болит, гексорал. То таблетки вот от кашля у меня. Ну всякое-всякое вот такое вот лечение. Это у меня суставы растирать. Плечо болит правое. Ну, уже проходит. Да, я же вот обещал сделать обзор. Пальма. Вот у меня сюда обезьянка пришла. Мягкая-мягкая такая, лохматенькая. Прям нежненькая, хочется ее погладить. И попугайчик сидит. Вот видите? У него имя есть. На него собачка смотрит. Цветочки я вот посадил. Да, это я, Александр Док. Приветствую землян. Вот. Камера заслоняет как-то надо. Вот так. Вот. Видно меня, да? На чем я смотреть?
Надо смотреть на то, что от меня исходит, на проявленное. Ну, а здесь восточный у меня уголок, как я уже говорил. Вот они у меня, птички сидят, обезьянки. А тема такая. Водопад, родник, водопад, там, как скажем, и все к нему идут. Сначала началось все со слоника. Вот они, 7 слоников. Они шли по пустыне. Потом я сделал водопад. И к водопаду потянулись все. Верблюды, вот. Женщина с кувшином идет за водичкой. А жираф у нее вот хочет попить. А это маленький жирафенок. А это вот слоник отбился, видите? А жирафы его пытаются вывести вот к родителям. А вот жирафы два отбились, маленький жирафенка. На них вот лев уже зуб точит, видите? Вон лев, вон она, пятнистая пантера или кто там. Ну тут охотники вот уже на выручку прибежали. Это главный охотник, вот он. Это вот такие вот охотники на львов. Они везде тут охраняют водопад. Птички сидят на дереве. Обезьянка вон уже забралась. Водичку пьет. Ну и, конечно, лягушки, а куда без них? Ящерицы. Такой уголок. Здесь тоже вот охотник, видите? Вон на того льва, который за деревом спрятался. Вот такие деревья, бонзайчики. Здесь тоже охотники, обезьяны, птички, все есть. Даже крабик вон, видите, вот он. Пришел водички попить. Вот такая тема. Верблюд с верблюжонком. Пирамиды, а как без них? И царица Египта, вон она, возле пирамиды. И такое вот дерево. И знаете, здесь же вот датчик стоит. Я когда просыпаюсь, вот так рукой махнул, раз, и зажурчал фонтанчик. И журчит. А я просыпаюсь. Вот здесь я лежу. Ночничок у меня такой вот. Видите, какой? В виде спирали. И вот. Мне понравились так вот эти вот цветы. Я их сюда вот повесил. Уголок вот такой получился. Это у меня медитативный уголок. Это у меня медицинский уголок. Это вот опять я. Аквадискотека. Кресло для медитации. Да, теперь же можно уже открывать и вот, проветривать, потому что уже жарко. Бывает до 30 градусов. Попугайчики. Слышали, он включился, фонтанчик? Я произвел движение, он меня увидел и включился. Девушка с цветами. Птички. А куда без них? Они везде на деревьях сидят. Ну, а я иду продолжать. Да, скажу, что вот этих с трасс 14, 352 штуки. Я посчитал. Я сначала
Вот так посчитал, так потом умножил на калькуляторе, и вышла такая сумма. Ну что, земляне, вот я заканчиваю. А от вас жду предположений, где будет висеть вот эта картина. Как вы думаете?